1049 юбилейных медалей жителей Ивантеевки, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых сражений и труженики тыла получают заслуженные награды. Первая сотня в гимназии номер 6. Прошу. Спасибо большое. Поздравляю с здоровьем. Тамаре Андреевне Пшеничной в 1941-м было всего 10 лет. Трудилась на разных работах, в том числе чистила картошку для советских солдат. Мы при немцах жили, 6 месяцев у немцев были. Калужская область. Там Юхнов разбомбили весь. Один дом остался на краю и все. Для победителей благодарственный концерт с силами учеников 6-й гимназии. Акцент на современное творчество о войне с применением современных демонстрационных технологий. Ветеранов трогают до глубины души фронтовые фотографии на большом экране. Я вообще, мне слеза капкает уже. Сидела и платочек вытирала. Это встреча детей с ветеранами. Это возможность сказать им просто добрым словом и теплым взглядом, что мы вас любим, что мы помним ваш подвиг, и мы готовы сделать все, чтобы еще раз теплом и своим вниманием поблагодарить вас за эту победу. Для ветеранов городская администрация при поддержке предприятий и самой школы подготовила несколько сюрпризов. Накрыли праздничные столы, вручили продуктовые наборы с собой. Общаясь в неформальной обстановке, вспоминают, на фронт ушел каждый пятый житель Ивантеевки, каждый девятый не вернулся. Помянем память тех, кто не дошел до этого светлого дня в годы войны, кто сегодня не с нами, вот День Победы, осталось до него немножко. До победы все ветераны получат юбилейные награды. На этой и следующей неделе вручение пройдет по школам. В апреле отдельно поздравят малолетних узников концлагерей. Медали вручат и тем, кто не сможет прийти.